здравствуйте! Здравствуйте! Ой, молодцы! А вы знаете, кто я? Новогодние герои, веселые игры, танцевальные конкурсы. Настоящий праздник для местной детворы из близлежащих домов устроили в честь открытия новой детской площадки на улице Гаевского. Ее строительство реализовали благодаря губернаторской программе «Наше Подмосковье». На территории Московской области будет до конца года построено и введено в эксплуатацию 202 площадки. Хотелось бы поблагодарить администрацию города Видного и Ленинского муниципального района за качественное возведение и своевременный ввод вот данной красивой площадки. Надо сделать так, что площадки сберечь и сохранить надолго. Надо играться, надо пользоваться, но только не надо что делать? Молодцы, ребята! Площадка построена с соблюдением современных требований безопасности, оборудована специальным резиновым покрытием и полностью огорожена. Есть горки, качели, карусели, турники, канаты и спортивные комплексы. Эти площадки построены по программе. Все вот эти вот мафы, которые здесь есть, лавочки, там резиновое покрытие, это все за счет финансирования областного сделано. Мы должны были по условиям этой программы подготовить основания, сделать освещение, что, в принципе, мы и сделали. Освещение будет сделано до конца этого года. Местная детвора оценила не только игровые элементы, но и красоту детской площадки. Она выглядит ярко и красочно, так как выполнена в средневековом стиле. Хорошие декорации, качественное строение. Это такая вообще красота, как будто попала вообще в средневековье. Рыцари. Мы очень рады, будет есть где поиграть. Для города очень хорошо, вот дома тут наверняка детей много будут играть и веселиться. Сегодня в Ленинском районе состоялось открытие еще двух новых детских площадок в деревне Тарычево и в Расторгуевской части города. В частности, на Петровском проезде построили оригинальный игровой комплекс в морском стиле. И также для местных ребят организовали праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и клоуна Алекса. С 1 декабря я уже создаю новогоднее настроение. Ребята, скоро Новый год, будет время чудес. И главное, надо успеть написать письмо Деду Морозу. Ирина Волкова, Владимир Бежонок, Елена Кошелева, Видное ТВ.